Это сейчас не звуки приветствия, это звуки благодарности. Поэтому не буду задавать вам лишних вопросов, вы сами знаете, что сказать всем людям. Я думаю, что у Елены тоже есть что сказать женщинам, которые присутствуют в этом зале, потому что, честно говоря, так и сложилось, что если я в своей жизни что-то сделал более какого-то быстрого успеха, это в том числе благодаря моей жене, которая меня поддерживает, которая делает меня еще сильнее, которая мне может дать тот волшебный пендель. Я не знаю, честно говоря, как у вас, но я точно могу сказать, что успех мужчины в том числе заключается в том, какая с ним рядом женщина. Поэтому аплодисменты этой прекрасной семье. Точно тему, может, кто-то еще? Спасибо.
Микрофончик есть у меня, Вене Александровне. Действительно, вы просто сказали за меня. То есть, чего бы я стоил и чего в 7 год не добились бы. Это 100% здесь вот ее поддержки такой круглосуточной. Она не просто женщина, она усилище, я так считаю. Она просто, просто такая... Она маленькая, но... Тем более, что вы сказали, надежда на будущее. А будущее,
видно, ребята, каждую неделю идет как бы ответ на вопрос, выгодно это или нет, честно это или нет. Каждую неделю вы подтверждаете себе ответы на те вопросы, которые вы задавали вначале. Спасибо вам. Еще раз аплодисменты. Николай Петрович, мне Александр, спускайтесь, отдыхайте. Я помню, что творилось, когда мы приехали на открытие.